Центральный банк России выявил угрозы безопасности, которые возможны при сборе, обработке и передаче биометрических данных граждан. По мнению регулятора, есть риск подмены и кражи биометрических персональных данных населения. В связи с этим Центральный банк России разработал проект, который будет регулировать взаимодействие организаций на всех этапах получения биометрических данных и защиту этих данных. Подробности ищите в разделе «Новостей».